Минский автозавод представляет продукцию собственного производства и продукцию наших партнеров с Украины, которые производят продукцию с применением шасси Минского автозавода. Очень много спецтехники коммунальной. Это очень актуально сейчас на Украине, именно уборка городов, вот, приведение какой-то красивый презентабельный вид их. Поэтому сейчас очень большой спрос, основной это на какую-то спецтехнику для уборки городов. При всем при том, что рынок, он немножко становится меньше, но у нас кооперационные связи увеличиваются. То есть у нас наоборот больше происходит товарооборот. Вот, то есть это говорит о том, что наше сотрудничество только улучшается и увеличивается. На форуме представлена была с грузоподъемностью 55 тонн БелАЗ 75-55Б, БелАЗ с грузоподъемностью 45 тонн БелАЗ 75-47, и сегодня нам мы представляем роботизированный карьерный самосвал, рабочее место оператора. Рабочее место оператора. Оператора одного из карьерных самосвалов, погрузчиков. Вот на данном экране мы видим, что мы можем подключиться до четырех разных типов техники. Верхний это погрузчик и три автосамосвала, которые оснащены. На автосамосвалах устанавливается специальное оборудование, видеопередачи и управление. Вот. Это дальше рабочее место оператора, который может подключиться к одному из самосвалов и произвести управление автосамосвалом. Подобається, що дизайн уже навіть у МАЗів змінився трохи. Трохи, правда, але деякі виглядять дуже файно. Я не знаю, як вони в експлуатації, але подобається, що воно під європейський, принаймні зовні, стандарт. Як я ж кажу, що зсередини я не знаю. Але мені це подобається. Подобається, що хтось ризикує, хтось робить. Сучасні можливості, технології. Це добре.